Существует масса способов, с помощью которых можно украсить свой загородный участок. Кто-то любит засаживать территорию клумбами с цветочными растениями, кому-то нравятся различные садовые статуэтки и фигурки, а кто-то не жалеет времени и средств на создание сложных ландшафтных проектов. Однако существуют украшения, которые наверняка понравятся абсолютно всем. Этим украшением являются арки для сада из цветов, придающие участку ореол романтики и изысканности. В этом выпуске вы узнаете, как можно украсить ваш участок с помощью арок от компании Garden Plast. Дачный участок – территория, предназначена не только для садовых работ, но и для отдыха. Хочется, чтобы она была красивой во всех отношениях. Роскошные растения и декор, образующие с участком единое целое и радующий глаз. Беседка, скамья или мостик могут помочь вам сформировать на участке особенную атмосферу. Малоархитектурные формы раньше можно было встретить только в городских парках и садах. На наших же участках царствовал хендмейд. Многие из вас, наверное, помнят клумбы из покрышек, самодельные шпалеры из старого забора, куски бетона, обрамляющие клумбу. Согласитесь, все перечисленное мало похоже на дворцовый парковый ансамбль. Конечно же, выбор архитектурных форм во многом зависит от бюджета. Но сегодня на рынке можно найти качественную продукцию по выгодным ценам. Наш ответ садовым архаизмом – это белоснежный садовый декор, арки, опоры для цветов и многое другое. Особенно стоит обратить внимание на то, что монтаж арки займет не более полутора часов, не требует инструментов и по силам даже школьнику. Вся сборка на защелках, никаких саморезов, болтов и гаек. В комплект также входят специальные трубки для заглубления в землю. За моей спиной вы видите садовый декор, выполненный из современного материала – ПВХ, оконного пластика. Главное его преимущество – то, что этот материал по сути вечный, он никогда не заржавеет, не покроется плесенью. И единственное, что вам потребуется – протирать его раз в сезон влажной тряпкой. Таким образом, с него можно удалить любую грязь. Данный материал устойчив к ультрафиолету, к низким температурам и механическим воздействиям. Еще одно преимущество наших арок – это простота и прочность конструкции. Любое наше изделие собирается силами одного-двух человек буквально за полтора часа. Продукция Garden Plast уникальна и не имеет прямых аналогов на рынке. Для оформления арки можно использовать любые вьющиеся растения, поэтому их выбор зависит от того, какого результата вы ожидаете. Если вы хотите, чтобы арка зазеленела или зацвела быстро, используйте однолетние вьющиеся растения. Очень хорошо с этой задачей справляются вьюнок, настурция, фасоль, кабея, бешеный огурец и так далее. Если вы хотите, чтобы арки в саду радовали вас на протяжении нескольких сезонов, выбирайте такие многолетние растения, как дикий виноград, жимолость, клематисы и, конечно же, розы. Наши арки и садовый декор всегда останутся в первозданном виде, даже через 10, 15 или 20 лет. Они будут выглядеть именно так, как они выглядят сейчас. Мне за спиной представлены три самых популярных модели наших арок. Всего же у нас их в ассортименте более 15, и это не считая садового декора и опор для растений. Вам наверняка придется по вкусу разнообразие форм и размеров. В нашем ассортименте есть все для реализации даже самых смелых дизайнерских проектов. Будь то ажурные узоры или ровные эклектические формы. Особенно хочется отметить простор для использования наших изделий в коммерческих целях. Наши арки пользуются особой популярностью у свадебных агентств, организаторов различных праздников и мероприятий. Любое наше изделие можно многократно собирать и разбирать. Транспортируется оно в компактной упаковке, которая влезет в любой легковой автомобиль. В оформлении арки нет ничего сложного. После установки арки два растения закрепляются к ее каркасу по бокам. По мере роста растений их верхушки нужно будет сгибать так, чтобы в конечном итоге они образовали свод, повторяющий форму арки. Однако некоторые растения практически не нуждаются в каком-то особом направлении. К примеру, чтобы оформить арку плющом или виноградом, достаточно всего лишь посадить их у края арки, а растения уже самостоятельно обовьют конструкцию. Мы уверены, что наши арки придутся по душе и ландшафтным дизайнерам. Арки от компании Garden Plast являются идеальной опорой для клематисов, роз, винограда, любых вьющихся растений. Мы рекомендуем малые садовые формы от компании Garden Plast, которые прекрасно украсят ваш садовый участок. Еще одна приятная особенность арки от компании Garden Plast – то, что арки очень прочные и выдержат вес любых вьющихся растений, не завалятся и не треснут под их весом. Арки из цветов – это не просто яркое украшение для сада, но и возможность создать оригинальную композицию по своему собственному проекту.